Здравствуйте, дорогие любители рукоделия! Добро пожаловать на мой канал! С вами Оксана Перуцкая. И сегодня мы с вами рассматриваем прикладную вышивку. Вот это в продолжении подарков, которые я получила на свой день рождения. И сегодня я хочу поделиться с вами этой восхитительной работой. Посмотрите, пожалуйста. Сейчас у меня в руках великолепный блокнотик, и я надеюсь, что в нем появятся в очень скором времени мои записи какие-нибудь очень интересные. А мы вам сейчас расскажем о том, как эта работа выполнялась. Обложка нашего блокнотика состоит из маленьких образцов, которые называют сэмплами. То есть мы можем назвать лицевую часть нашего блокнотика рукодельным сэмплером. Что такое сэмпл? Слово сэмпл в английском языке означает образец. Перед вами сочетание нескольких образцов вышивки, взятые из разных источников и соединенные в одной работе. Размер готовой вышивки 9 на 13 сантиметров. В работе использована канва Аида 20 каунта, очень натурального цвета. Я бы сказала, что это цвет слоновой кости или экрю. Мулине DMC, номер цвета 3849. Это один из моих любимейших цветов, поэтому, когда дочь вышивала эту работу, цвет был выбран не случайно. В ней использовались техники полный крест, 1/4 креста и наша традиционная техника backstitch. Вы можете увидеть ее в тех тончайших полосочках, которые составляют часть различных фрагментов. Давайте рассмотрим наши фрагменты поподробнее. Ну, вот в этом правом верхнем углу, естественно, мы видим с вами катушки ниток, стоящие одна на одной. Слева, поскольку работа была сделана с душой и сердцем, мы видим изображение сердца, хотя и не в традиционном красном цвете, но в одном из любимых. Своеобразную интересную рамочку для этого сердечка образуют иголочки, в которые продеты ниточки, и они как бы готовы к работе, к дальнейшему творчеству. Вот здесь вы видите ножнички, к которым прикреплен маячок. Это то же самое практически, что и брелок на ключах, который помогает нам отыскать эти ножницы, если вдруг они где-то на столе затерялись. Следующий фрагмент – это иголочки, которые направлены вправо. По традиции правописания в русском языке справа для нас с вами находится то, что в будущем. То есть наши иголочки устремляются в будущее и оставляют замечательный след, вышитые цветы, как знак позитивности и взгляда в будущее. Манекен, который находится справа от предыдущих мотивов, символизирует мою страсть к шитью, потому что я обожаю ткани, нитки, швейную машинку свою. И, конечно, очень люблю шить вручную, потому что сейчас у меня в работе находится patchwork подушка, наволочка для нее, которую я шью вручную полностью. И в скором времени надеюсь поделиться с вами этим своим произведеньцем. Продолжаем двигаться по нашей символике. Вот эти две прямые полоски – это, конечно, вязальные спицы. И вот эта мерная лента. В данном случае вы видите, у меня такая плотненькая складная, но дома есть и несколько мягких. Если показать наш блокнотик, как говорится, в профиль, то вы увидите весь его объем. Обложка нашего блокнота украшена элементом, сделанным по принципу пинкипа. Что такое пинкип? Пин по-английски – это булавочка, а кип – это английское слово «держать», «удерживать». Поэтому наша обложка может служить игольницей. Согласитесь, что это очень ценное свойство рукодельных помощников для каждой любительницы творчества. И все это возможно только потому, что наша твердая основа имеет внутри мягкий наполнитель. Если я ее вот здесь трогаю на ваших глазах, то это очень значительно ощущается. Вы можете заметить вот такую натуральную льняную отделку. Это замечательный природный шнур, сделанный действительно из льна и в несколько сложений скрученный. На вершине
которого мы видим великолепный чудный бантик, очень гармонично расположившийся в самом верху всей нашей вот этой чудесной композиции. И так как у нас есть традиция показывать вам изнанку наших работ, в этом случае я покажу вот эти части, уголки, которые получились такими красивыми и изящными только благодаря тому, что когда-то моя дочка увлекалась искусством оригами. И если бы она не применила здесь прием, который используется в изготовлении бумажных работ по принципу оригами, то вот здесь получилась бы очень большая толщина. В этом блокноте появятся мои первые записи о творческих задумках. В конце концов, идея создания этого блокнота была связана с рукоделием, поэтому и записи будут посвящены тоже ему. Я благодарю вас за внимание. Спасибо, что провели это время вместе с нами. С удовольствием жду вас на своем канале. Заходите, ставьте лайки. Сохраняйте эти видео в своих личных кабинетах, пишите комментарии, задавайте вопросы, я с удовольствием на них отвечаю. С вами была Оксана Перуцкая и мой канал «Нитка-ниточка». Хорошего дня и веселого настроения. До встречи, пока!